На территории освобожденного от оккупации Джибраильского района за последние 24 часа произошло два минных инцидента. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и пресс-службы Агентства по разминированию Азербайджанской республики АНАМА. Житель Герамбойского района Нуруев Рагиб Сахават-Оглу, работающий в сфере сельского хозяйства, подорвался на противотанковой мине, управляя грузовиком на неразминированном участке. В результате инцидента водитель получил травмы различной степени тяжести. Позже при взрыве боеприпаса в ходе работ по разминированию на территории освобожденного от оккупации Джибраильского района погиб сотрудник АНАМА Рагиф Исаев. В ходе инцидента ранения получили другие сотрудники агентства. Они были госпитализированы в районную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное. В прокуратуре Джибраильского района ведутся расследования по обоим случаям. АНАМА, МВД и Генпрокуратура Азербайджана в очередной раз призывают граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к знакам минной опасности и не заходить на незнакомую местность, говорится в совместном сообщении госструктур. Напомним, что в настоящее время 147 тысяч 988 гектаров территории Карабаха сильно загрязнены минами. По статистике, предоставленной агентством АНАМА, с 10 ноября 2020 года по 6 октября 2023 года в результате минного терроризма Армении в отношении азербайджанского народа на территории Карабаха и Восточного Зингизура произошел 191 минный инцидент. Жертвами разрывов мин стали 330 азербайджанцев, из которых погибли 64. Ранее АНАМА также заявляла, что точность предоставленной Армении в 2021 году информации о минах, заложенных в Агдамском, Физулинском, Джибраильском и Зангиланском районах, составила 25%.